Алиса. Вы на канале Планета Алис, и у нас сегодня для вас новая игрушка. Мы такую даже никогда не видели и не знаем, что это, но сейчас мы откроем и посмотрим. Называется она Флипси. Флипси. Мама. Что? Ну. Вот так. Вот это вот такая большая коробка, и в ней чего-то очень много всего. Нет, это у нас еще не было такого. Мы сейчас откроем и посмотрим, что там. Ну, конечно, сначала давай эту откроем, а потом уже посмотрим. Давай будем открывать. Всегда это хотела. Да что ты говоришь? Всегда это хотела. Ну надо же, а я даже не знала, что такое бывает. Вот, смотри-ка. Ну вот, сначала в коробочке мы достали вот такую вот куколку, которая разговаривает. Ой, она говорит, жизнь хороша. Ну, мы согласны с тобой. А зовут ее Санди, она уже сказала раньше. Меня зовут Санди, держи. Тут очень много всяких деталей, которые мы сейчас будем собирать. Ой, какие-то малюсенькие совсем. Это котей, мама! Котей! Котей, котей, котей! Ну ничего себе, посмотрите-ка. В этой коробке есть вот такая вот большая яхта. И эта яхта, она, кроме того, что она яхта, это может быть еще и домик. Смотри, подожди, подожди, это домик, да, но только ты подожди, осторожно. Мы сейчас покажем. Это получается целый вот такой двухэтажный домик. И для этого домика у нас есть еще всякая разная мебель. И сейчас мы будем ее собирать. Еще в этой коробке, кроме мебели и яхты, и куколки, есть вот такие вот наклейки. Сейчас мы наклеим наклейки. Смотри, она уже зашла внутрь и смотрит в окошко. Здорово. Мы сейчас наклеим наклейки, все это соберем и все вам покажем. Давай соберем. Есть еще вот такая инструкция. Написано, что это яхта люкс и вилла мечты. Яхта люкс и вилла мечты Санди. Санди — это куколка, которую Алиса вон укладывает спать. Санди уже спит, а мы пока что приклеим наклейки. Вот, здесь еще есть вот такая вот бумажечка, и здесь объяснено. И здесь мы видим, что есть целая коллекция вот таких вот куколок, всяких разных. И вот здесь нарисовано, как совсем с этим можно играть. Ну вот, мы собрали наконец-то эту шикарную яхту люкс. И мы сейчас вам ее покажем. Вот посмотрите, здесь есть, во-первых, верхний этаж вот такой. На верхнем этаже у нее есть капитанский мостик, видимо, у Санди, да? Посади, когда ее сюда сажаешь, она что-то говорит. Ага, ну ничего себе. Вот. Когда ее садишь, она говорит, ну что, готовы для путешествия? Подожди, это не, это шапка. И у нее есть еще, подожди, это разве шапка? Это, по-моему, другой парик, Алис. Здесь есть еще вот такое вот место. Да, сейчас мы покажем. Подожди. Это первый этаж яхты. И на нем есть два места, когда садишь ее на каждое из этих мест, она что-то говорит. На одном она говорит, как ей нравится, что готовы ли вы к путешествию, на другом это бассейн. И она говорит, как это здорово плавать в воде. Еще она вот так открывается, и получается домик. Вот такой вот домик, но это даже не домик, это яхта люкс. Смотри, Алис, здесь у нее есть, когда вот так откроешь, получается двухэтажный домик. И здесь, в этом домике, у нее есть спальня. Ну-ка, положи ее в постельку поспать. Вот, она ложится спать в постельке. Здесь у нее есть шкафчик. Нет, шкафчик вот здесь стоит, смотри.
около стенки. Вот здесь шкафчик стоит около окошка. И в шкафчик даже можно положить ее одежду. Вот. У нее здесь есть ванна. Давай покажем ванну. Подожди-ка. Смотри, ванна. Ну-ка, посади ее мыться. Она что-то говорит, когда она купается? Давай попробуем. Вот, она говорит, сейчас я приму ванну. Да, она говорит, сейчас я наберу водички и отдохну. Дай-ка я покажу. И вот здесь такая ванна, даже кран есть в этой ванной, из которого бежит водичка. Она приняла ванну, теперь она пойдет чистить зубки. У нее здесь есть такой умывальник. Сейчас мы покажем. Вот здесь есть умывальник, она почистила зубки, теперь она пошла вниз. Что у нее есть на первом этаже? По ступенькам спускается по таким. На первом этаже у нее есть вот такое кресло. Ну-ка посади, что она говорит на этом кресле? Когда ее садишь в это кресло, она смотрит телевизор здесь, и она говорит, о, это время от моей самой любимой серии. Она здесь смотрит телевизор. Теперь она идет кушать. Ну-ка, покажи, как она идет кушать. Давай, вот здесь у нее есть стол. Она говорит, ух ты, ничего себе, она пришла кушать. Подожди, а у нее есть еще здесь вилочки, ложечки. Вот здесь есть малюсенькие вилочки и ложечки. Это тортик, десерт. Когда ее сюда садишь, она говорит, о, время моего любимого, время моей любимой еды. Сейчас она будет есть. Там у нее жареная курица. Давай еще раз покажем, как она, курица эта, зажигается. Ну-ка, дай-ка. Ух ты, вот так вот курица эта зажигается. Теперь она может пойти на кухню. Алис, давай она пойдет на кухню. Курица готова. Все, она покушала, теперь пойдет на кухню. Ей, наверное, нужно здесь что-то сделать. Приготовить чай, может быть. Давай пойдем на кухню. Ну-ка. О, она поставила чайник. Смотрите-ка. Чайник закипел. Когда она на кухне, она говорит, пойду приготовлю чай. Вот. Так, еще здесь есть... Давай вытащим ее отсюда. Здесь еще есть холодильник. А в холодильнике полно всяких продуктов. Алис уже поставила туда тортик, да? Холодильник есть. Так. Тебе нравится, как у нее курица? Ням-ням-ням-ням. Теперь, Алис, давай покажем, как она катается на дельфине. Самое главное, у нее есть ее любимый дельфин еще вот здесь. Вот такой вот дельфин. И когда ее садишь на дельфина, давай-ка ее сниму. Отсюда посади-ка ее на дельфина. Посмотрим, что она говорит, когда она сидит на дельфине. Я могу узнать очень много нового, когда вот так катаешь на дельфине. Вот здесь еще. Вот как здорово. Здесь у нее еще есть вот такая горка. Ну-ка давай запускай, как она катается с горки. Вот, она катается вот так с горки. Замечательно. И еще у нее есть вот такое кресло, но я не думаю, что она здесь что-то говорит, но она на нем катается. Это такая штука, кресло, и она может на нем прямо в бассейн прыгнуть, когда она на нем едет. Бжж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 
Вот, и так она купается. Ну вот, вот такой вот набор интерактивный со всякими многими. Здесь открывается дверь, чтобы можно было зайти в домик прямо, когда это яхта. Что здесь есть еще? Здесь у нее есть еще очки. Смотри-ка, с маской, чтобы плавать. Давай померяем очки. Дай-ка я покажу. Это вот такие очки с маской. Когда она их надевает, она может нырять. Вот. Маска с трубкой. И еще у нее есть разные парики. Давай. И еще у нее есть здесь вот всякие парики. Вот она может надеть.
Вот, она может надеть вот такой зеленый парик. Очень красивый. И это у нее шапочка капитанская. Наверное, это шапочка, чтобы сидеть за капитанским мостиком. И еще у нее есть вот такой. Сейчас, только это покажу тебе, дам. И еще у нее есть вот такой вот желтый парик с бантиком. Это, наверное, для вечеринок. Санди. Ну вот, такая сегодня у нас игрушка. Яхта люкс. И вилла класса люкс. Алис, ну как, тебе нравится твоя игрушка новая? Алис. Алис слишком увлеклась. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Всем пока.